Теплым вечером на колхозной улице в селе Булатниково шумно. Поздравить самых юных жителей с большим праздником приехал клоун Алекс. В этом году Булатниково отмечает юбилей – 460 лет. Об этом, кстати, знали немногие взрослые, пришедшие на программу. Удивились, что праздник, так клоун, но приятно, каждый подарки, шарик каждый. А пока дети играли с клоуном, на праздник подтянулись и их родители. Сидеть дома уже никому не хотелось. Хочется, конечно, им ведь праздник, они уже давно мечтают об этом, потому что давно все это закрыли, давно не было таких увеселительных мероприятий. С импровизированной сцены прозвучали стихи о родине от воспитанников Центра «Мечта». Организаторы пригласили на праздник и хор «Соседушки». Ансамбль часто выступает на праздниках в Булатникове, поэтому жители с удовольствием подпевали знакомым мелодиям. Оставалось при дороге, в поле у Ростова, обнимала на ветру, конника лихого. Сегодня в Булатникове проживает более 400 человек. Конечно, летом число жителей увеличивается. Ольга Шишмолкина знает об этом месте многое, может рассказать о каждой улице в селе. И это неудивительно, здесь она провела всю жизнь. Мы будем считать, делать отсчет о первом упоминании о Булатниково. Это было в 1560 году, когда в летописях было упоминание о нашей церкви Рождества Богородицы, которая находилась в другой стороне железной дороги. И с этого, в общем-то, летоисчисление и пошло. Хотя я предполагаю, что наше село родилось еще гораздо раньше. Спустя века село продолжает расти и развиваться. Конечно, во многом благодаря ее дружным, активным жителям. Тут вся команда наша, то есть весь народ, который здесь, вот, принимает участие во всей жизни нашего села. Я хочу сказать, что народ настолько активный, что им только руководи и руководи. Наша самая главная задача, чтобы люди любили свою родину. Для кого-то она малая, для кого-то она большая. Для кого-то это время как бы временного пребывания. Но все равно я бы хотела, чтобы люди, приезжая сюда, находясь на этой территории, испытывали комфорт. Праздник удался на славу. Ребята бегали с шариками и водили хороводы, а взрослые пускались в пляс. Зарядиться позитивом здесь смог каждый. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.